Здорово. Значит, сегодня неплохо у нас на первой минуте. Таск имеет уже апнутые ветра. А все потому, что мы играем в режим, в котором все в магазине наоборот. То есть вы можете купить себе на первые деньги там Глипнир, Виндвокер, Хекс и прочее. Но при этом купить, например, перчаточку вы не можете, потому что она стоит 8 тысяч и дает просто колоссальное количество всего. В общем, магазин вверх дном в Dota 2. Усаживаемся поудобнее. Я надеюсь, что будет довольно интересно. И всем приятного просмотра. Кстати, Глипнир классная штука. Дает неплохо и по статам, и по скорости атаки. И все на свете. Ну, у нас давайте 5 Глипниров. Не покупает. А там длительность у него, ну, как бы прям вообще минимальная. Так что но такое? Урон на нормально так наносит, если так посчитать. И 200 маны. 200 маны, имейте в виду. Кару... Что, думаете, сюда кто-то придет? Как будто нет. Шансы как будто нет, да. А давайте сделаем вот так. И аккуратно между вышек пройдем. Между вышек, пацаны. Ага, вот здесь. Есть. Сейчас сюда вар тыкну еще. Где нет. Оно? Здесь что ли? Вот он. Хитрые. А, там прям под вышкой стоит? Так? Да, да, они под вышкой стоят. Драться не хотят, я понял. Интересно. Еще можно ебить? Они просто все под вышкой стояли? Да, да, да. Прикольно. Так, как Хекс дает? Кто там наказать? Погоди. И добить Грипниром. Неплохо. Вот какой у тебя план был. Да. Так, я думаю, что надо еще Bloodthorn обязательно взять. Подожди, а эти предметы, они ни во что не апаются, да? А, этот ворчит, апается. Bloodthorn есть. Ага, до свидания. Блин, а что нам вообще на мувспид, не на мувспид что-то надо взять? Нормально ты там накидываешь. Кстати, Хускар довольно интересно будет. Ему просто 5 перчаток купить и кайфовать. Да. Тараску давайте возьмем. И какой-нибудь блинк. Блинк прям must have будет. Что у вас там внизу все грустно? Да нет. А, я ж могу еще и саблю себе взять. Саблю, а что по критам? Рапира. Здесь к урону. Тут смотри какой. Решил больно мне сделать? Я сам тебе больно сделаю. Ну, ладно, не сделаю. Ай, вышка, yeah, отстань. Кваретка 8 тысяч, я вас услышал. Ну то бесконечная мана. Правда, с одного любой тычки снимется, но... Ну да, тут как бы есть свои нюансики, так сказать. Блин, у меня маны не хватает. А вот так хватает. Боже, где столько маны взять? Проще вопрос. Так, аганим тут просто покупается, но мне нужен аганим, кстати. Прям очень нужен. Что у вас там внизу? Все грустно? Пили челиков теперь наших. Они все, разбежались? А, нет, не разбежались. Давай. Не-не-не, друг, не уходишь. Ладно, уходишь. Убедил. Ой, хорошо. И в полете его. Окей. Все получилось даже очень неплохо. Можно пофармить. Наверное, какие-то сатаники прям классно заходят. Смотри, они там с инвизами сразу стали. Все такие прям опасные ребята. 405 996. Именно такое число пользователей на момент записи ролика любят покрутить на сайте EasyDota. А ты еще нет? Сам подумай, долгое время на рынке, простой и удобный интерфейс, отличный окуп
и фидбэк счастливых игроков. Пожалуй, лучший и действительно честный сайт по сундукам, в котором есть бесплатные кейсы за пополнение, ежедневные розыгрыши и бонусы. А также часто выходят актуальные сундуки. Вот, например, сейчас летние, где в каждом из них есть реально большой шанс ловить аркану, ну или на крайний случай крутые имморталки. А что делать, если хотел аркану, но выпало чуть-чуть не то? Смотри, жмешь в апгрейды, выбираешь то, что не жалко, и аркану, которую хочешь получить. Один клик, и аркана уже ждет тебя в инвентаре. И сверху всего этого специально для вас даю промик имба, который плюсанет вам 40% к депозиту. Скорее на EasyDota по ссылке под видео. Мне что-то вообще ничего не покупает. Пас-догон, видимо. 70%? Прям много. Дейдаус. Не, я хочу аганим. Я хочу аганим. Остальное потом. А, кстати, блинк. Блин, да. Это свист блинк. Ну, свифт классно, а вот аркейн, блин, мне кажется, поинтереснее будет. Сейчас мы тебя немного обойдем. Ладно, через вышку иди сюда. Да ты, я с ним разобрался. А я не бью, к сожалению. Бегу вниз. Блин, ботинок надо какой-то себе взять. Ох, кто вы умный. Так, с кентавром сейчас помогу. Жди. Все, нормально, мы решали вопросы. Ауч. Блин, Венга с этим аспектом, который кошмарит просто, что мили предметами, что рейнджевыми предметами. Прям прекрасная. Ребят, как-то глубоко. Кацураги. Серьезно? Да, нормально. Я думал, что ты выживешь. Ну, почти. Я прям в шоке. Не, хороший предметик, слушай. А, потому что нейтралки есть. Ничего себе. Окей, пятого тира. А, нейтралки что же наоборот? Подожди, да, а нет. Я вроде просил сделать. Да, нейтралки быстрее выпадают. На 30-й минуте тир 1 нейтралки будут. Можно мне тоже одну, пожалуйста? О, спасибо. Так, разгрыз шляпа. И нормально, форсы дропнулись. Есть к основному атрибуту. Ладно, с маной проблема у нас определенно. Ребят, что за изнасилование по всей карте у нас происходит? Да не сами, мне. Я просто мимо проходил. Просто мимо проходил, так и записали. Верим. Я тут по всей карте бегаю и ищу, а они все в противоположной стороне. Ладно, полетели наверх. Офигели меня в край. Где металлки? У кентавра, кстати, тоже наподобие Хускара. Ему перчаток набрать, и прям вообще круто будет. А разве это не баф? Mirror Shield, да, приятный предмет. Но мне он, к сожалению, не выпал. А, смотри, не порезано. Серьезно, я только снизу ушел, и все вниз пошли? Видимо. Ну, кого-то из них явно обхат, но Влада. Где справедливость? Я хочу махаться. Опа! А можно мне его? Эй! Как украл. Мне нужны фраги. Где все это? Ну, ё-моё. Так, Глипнир, во что у нас апается? Ни во что, блинк. Не апается. Блинк, кстати, в обычный блинк апается. А если то... Нет, это вообще не нужно апать. Что у нас? 45 интеллекту, скорость, восстановление маны. Блин, как будто бы не сильно этого стоит. Ну ладно. Иди сюда. Все в порядке, парни, все в порядке. Первая перчаточка есть. На, понеслась, да? Богатый. На первый вроде у нас можно собрать, да? Тут определенно надо будет кому-то веточку брать. Где они появятся, где-то нет? Подожди, а вот, допустим... Мьёльнир, во что он апается?
Просто в Майндшторм, да? Да. Здесь у нас 25 скорости атаки. Здесь 15. Ну, как-то неравносильно. Сменим. Тут вард поставили. Я ж могу сделать вот так. Помогите! Давай меня возьми. Я уезжал. Сейчас сопра помоги. А куда делся? А! Я понял. Полете просто. Это было неожиданно. А кому там помочь надо? Я еле-еле выжил уже. Смотрите, там сейчас будут нейтралки следующего тира. Давайте посмотрим. Блин, ну даже не знали. То давайте ниндзю возьмем. Дэмэдж прям лютейший какой-то. Я вот думаю, вот эту вот хрень продать и купить себе криты. Я ж мощный. У меня стройная БКБшка выпала. Победа. Тауфорн, да, да, то же самое. Можно было и БФ мне взять какой-то на самом деле. Подожди, Аскади, допустим. Аскади тут, я помню, вроде апается во что-то вообще прям лютое. Да, прям жесткое. Да, вот, вот. Какой-то супер Скади. Здравствуйте. Набирай чаточки. Серьезно? Там задувают. Тут, я понял, на самом деле очень сильные еще маги, потому что... Ух ты, ничего себе! Потому что что? Потому что тут Кая, она прокачивает предмет, который дает тебе урон заклинаний за единицы инты. По 1%. То есть, если у тебя 300 инты, то есть тебе будет в 3 раза сильнее бить урон. В 3 раза будет сильнее бить скиллы. Я понял. Что ж вы к этому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, почти, вот, почти, почти! Давайте, давайте. Давайте щиток. Интересно, убьют они за толпой, нет? Не влезаем, не влезаем, не влезаем. Подожди, подожди. Я думаю, что убьют. Или убивают. Сейчас свап. Да я говорю, не влезаем, Влад! Ё-моё! Влад, я думал, его убили. Не убили. Ладно. Пускай там один играет тогда. Я буду фармиться. Канда какая-то странная. Он из кристаллис там вроде делается, да. Угу. Пускай тебя уже убьют. Вот этого уже наглость. Ну да. Убили. Слава богу, тебя убили. Хорошая попытка была у меня. Так, на Хускаре хочется увидеть много перчаточек. Эта хрень у меня ни во что не апается. А, вот, ты про вот эту Каю, да? Да, да, да. Ну тут и их как будто бы две Каи. Не, вот есть Лонар Кая, и вот да, она собирается да, из Тикстафа. И вот она прям сильная, потому что она там грейдится сильно. Ну, я пойду Ташану заберу. Да. Не уходим. Ладно. Теперь я понаглее. Один будешь драться с ними? Не-не-не, я сейчас просто уйду отсюда. Наверное. Наверное. Вроде ушел. Я хочу себе масочку какую-то сделать. Потому что я вроде как с руки бью, а бегаю с Тараской. У тебя универсал, если не ошибаюсь, то там Скади прям хорошо зайдет в него. Не, Скади, да. Скади определенная. Я вот вместо Хекса Скади возьму, я просто имею в виду, что сейчас... Вот можно апнутый мом сделать. 40 вампиризма. Дай! Я специально сюда бежал. Ну, наконец-то там Хускар 5 минут назад смотрел, что он нам пытается победить бедного Рошана.
Да не, я только пришел. Закуп нормальный. Тараску купи, там же много хп, но она не хилит. Эта хрень из Тараски собирается. Нет, разве? Она... Не вижу, что здесь расставили. Ну из Тараски, Тараску обычно купить. ДП я, давай ты в соло, да? Я в тебя верю. Да не-не, я очень поздно все прожал. Что понятно, руинер. Да это ты руинер. Не помог мне. Кому надо. А, блядь, то он такой прям супер мощный получается здесь. Так, наверное, Хекс ей правда продам. Давайте возьмем Скади. А дальше от него уже посмотрим. Опа, повыходили. Просто бедный Тенчис вышел пару минок поставить. Ну, расставил минки для того. Реально. Легенда. Так, а напнутая Скади 1500 еще надо. Понимаешь, что ты стак забанил? Ё-моё, вот это крит! Чего ещё такого собрать, интересно? Охренеть. Это жестко. Ладно, давайте морбитку возьмем. 70% вампиризма всегда это жестко. Так, третьи нейтралки. Интересно на них посмотреть. Сколько у тебя там крит вылетает? Мои иллюзиями их убивают. Не, ну ты посмотри на свой нетворс и на их. Ну да, но все равно смешно. Не смешно. Там нетворсы прям сумасшедшие. Мне нравится моя дальность атаки, кстати. Сколько? Очень много. Ого. А это из-за чего? А, ну это из-за того, что у тебя нейтралка это. Да. А еще у него КД 1 секунда. Так, ну давайте посмотрим. 40 скорости атаки к уклонению, 100 дальности применения. Ну давайте, нормально. Где ты? Куда ты делся? Я тебя определенно где-то тут видел. Надо реализовать Аянис. Это очень сильно бить. Короче, у меня все тычки, они летят до дальности атаки, ну, типа... У меня тот же предмет. Когда ты... Вот стреляй, он без КД будет, типа. Вот без КД. Пацаны, подарок вам. Ай-яй, ай-яй, жить, жить. Ладно. Исчез. А почему вард только в меня бьет? Защищаю. Умный, умом сыграл. Так, я снова с вами. Еще перчаточку. Пацаны. Текст нечестный. Очень-очень хотят. Давай. Все давно часам. А, и манты. Кентавра тоже перчатка. И танго. А танго сколько стоит? Танго классическая. Почему он обратку не соберет на кентавре? Я не знаю. 4000 стоит. А, вот. Услышал меня, слышишь? Нормально. А, умом сыграл, умом. Парень меня услышал. Так, это у нас уже ни во что не апается. Здесь тоже. Я вот не знаю, есть ли смысл от Канды. 88 корону, 250 крит. 50 корону, 8 ко всем атрибутам. 160% крит. Ну, как будто бы бессмысленно. Они капец, надо смотреть, они уже сильные. Кто сильный? Они. Бегу. Бегу пообщаться с сильными. О, вот это у нас сейчас нормально получилось, синергия. Да, что ты нету только один китавр прям сильный. 7700 хп. Третья перчаточка готова. Да, посмотри, 9000 хп на Хускаре. Это же жесть.
он рассыпается. Наверное. Что вы пушите? Подождите, чуть-чуть осталось две ветки. Ой-ой-ой. Две ветки собираешь. Обраточку да. Очень больно делать. Я говорю, там вообще трудно. Сюда. Так, давайте до пятого тира. Прям хочется посмотреть, что в четвертом-пятом тире происходит. Как раз ребята расфармятся, будет крутая драка с ними. Опять ты со своим вардом. Такая, не надо бить. Да, но меня сейчас все равно убьет маледикт. А теперь стоять. Думал, все так просто в твоей жизни будет. Что-то урон не хватает. Меня все устраивает, там все прекрасно. Так, а веточка сколько у нас стоит? 16 тысяч. Всего лишь 16. Ну вот веточку можно, кстати, будет вместо сала воткнуть. Тогда вообще понятно. По кайфу будет. О, не-не-не-не. Парни, все хорошо. Ага. Еще брейсбенды сильные, этот и брейсера после 60-й. После какой? 60-й. Nice Philosophy Stone плюс 500 золота в минуту. Ну, кстати, да. 150 к интеллекту, все дела. Имба предмет. Ну сейчас тоже как бы немало дает. Ну да, но... 50 к силе. А, ё-моё. 60-ю ждать. Три стороны сурки снижает, ничего себе. Это кто? Ну да. Блэйд Стоу, этот, философский камень. Раз урода мне редко не стало, и где мой урон. Зато сколько золота в минуту. Ну да, но... Все равно. Что-то ребята там нормально отдефались, мне кажется, они сейчас денег залутались на сумасшедшее количество. Легенда. Так, тир 4 пошли. Ну, который не тир 4. Интересно, будет ли это стакаться с мультой? Ё-моё, 900 скорости к атаке. Не, ладно, возьму. Прикольно выглядит. А сколько там тычек? 5 целей. Пацаны, я теперь медуза. Смотрите. Чё там? А как, почему? А вот у него нейтралочка неплохая. Да бог. Мне не дропнуло. Просто 5 целей. Я же говорю, интересно посмотреть на самые вот эти вот простые нейтралки. Куда он, правда, бы поменьше. Ну ладно, тоже прикольно. Всё, я веточку. Ах, а ты негодяй! С инвизами. Ну там неплохой инвиз, кстати. До меня как раз. Не дотянулся чуть-чуть. А, я понял. Там его очень много. Еще станы свои. Он прожал обраточку. Я фармлю, вы сражаетесь, я очень доволен. Так как столько дэмэджа? Маловато ему урона, но что ж. Пацаны лютые стали. Ну давай, мы пофармились. Еще и добил тебя. Где отстанем вообще? На там это. Сейчас помогу, да, сейчас помогу, сейчас помогу. Опять в инвиз ушел. Стой. Ты смотри, какой негодяй. Где моя БКБшка? Остался весь. А, я от мальдикта дожрали. Не, пацаны нормально раскачались. Прям молодцы. Кентавр, 12 тысяч хп под вторым. Дальность применения ульты 2000, поехали. Мне кажется, тебе больше в урон бы было лучше. Ну, хотя да. А я, без... я с философским камнем с ними дрался, и думаю, где мой урон. Там тир 1 будет интересно посмотреть. Ну да, тир 1 сильно интересно. Ну, который тир 5, но по факту тир 1. Почему я не пробиваю их еще? Ой, красиво. Все, главное теперь ее не посадить. Случайно.
А, ее посадить можно? Да. Да. Самая дорогая веточка будет в моей жизни. Для меня мобильности чисто. Теперь прям конкретно не хватает. Как будто бы можно эту хусабля куда-то воткнуть. Вот есть тут транквилы сумасшедшие. А это во что лапается? Ни во что, да? А Яша просто. Блин, а, такое хуй, слабо. Ботинки какие-то взять. Но дабл тычка это прикольно. А, слушайте. Точно, криты. Я вот так сделаю. Тоже мув спид. И внезапное нападение. Ой, вот это уже походу. Таск, все в порядке у тебя там? Я уже походу. Да, я заметил. Чуть-чуть. А все, мы сюда. Это грустно. Они какие-то слишком быстрые и жирные. Плотные. Не мытые. Ладно, тоже слишком. Нормально тебе урон там, Влад. 1000. Так-так, почему ты еще? Веточка. Тихо-тихо-тихо, друг. Посмотри, где тоже такая есть. Смотри. А можно в инвиз уйти? А, я предметы нажимать не могу, да? Только скиллы. Тебе это не надо брать. Деньги, 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 деньги. Опа! А вот это попадала вода. Ох, какой крит! Подожди. На мгновение. Я понял. Чуть-чуть перепутал. И куда ты его увел, Тула? Так надо было. Боже, сколько там контроля? Да много, надо вместе зайти, короче. Они жесткие стали. Там скади мади. А, там еще и течис через 9 предметов. Ну да, кстати. Ребят, может мегачейм сделаем, а то как-то страшно. Я могу им сделать, хотите. Друзья, спешим вас обрадовать нереальными скидками и огромным пополнением новинок в нашем магазине игр ImbaShop. Здесь ты можешь получить любую игру буквально по цене мороженки у моря. Как раз если ты не знаешь, во что сейчас поиграть, то ныряй в каталог, то ты точно найдешь себе занятия на досуге. Популярные коопы игры, трендовые симуляторы, страшилки, шутеры, гонки и все-все, что ты только можешь придумать. Мы решили сделать цены на игры как можно меньше и даже на пополнение Steam. Да, на ImbaShop можно и нужно пополнять свой Steam. К слову, у нас одна из самых низких комиссий на рынке. Просто тыкаешь сюда, вводишь данные и уже через минуту тратишь мани на любимые пиксели. И самое главное, что это все быстро и безопасно. И кстати, не все знают, но на ImbaShop есть крутые подарки за покупки в виде игр, пополнения твоего стима и промокоды на еще большую скидку. И на десерт на сайте есть ежедневный кейс, где тебя уже ждет, ну например, 3000 на баланс или киберпанк. А для всех моих подписчиков, которые прямо сейчас зайдут и совершат покупку, я даю промечно нереальную дополнительную скидку в 25%. Залетай на ImbaShop по ссылке под видео и играй в любимые игры. Ой, что ты умерла быстро? Ах, он на воде. Так, вот эту хрень надо определенно продать. А БКБшка тут просто, да, БКБшка будет? Ну да, да, но она поменьше. На 8 секунд. А, и добилась все-таки. Они нас пушить идут? Там их тоже. Уже сделали мегачей. Да, они стараются. Да, у нас атаки побольше стало. Со стола не вышел жестко. А, тут кинта за что? А, он веточку взялся. Понял. Блин, вот это сало тоже можно на самом деле что-нибудь заменить. Там в меня что ли напали? Блин, не успел обменяться. Капец. Оп, деньги. Да как он надоел. Скажите, мне кажется, не хватает Тараски, чтобы 1000 в секунду хилиться. Ты видишь, сейчас какой у меня реген вообще? Там этот 1% ничего не сделалось. Почему он такой быстрый? Нет, там не 1% вроде. Там 1%. А, там 1,6, вообще 2.
Это уже не важно. Еще один. А, уже, слушайте, уже брейсера усилились. Там немного не так сделано. А-а-а. Так, там ну я тогда сделаю себе... А, нет, это... А, нет, они не покупайте, они неправильно сделаны. Оно почему-то показывает, но оно не так работает. Оно 50 сил все еще дает. 50 все еще дает. Оно забагалось из-за обычной дозы. Я понял. Бонусы удваиваются после чистых. Ну там через 3 минуты будут нейтралки. Хорошо. Новые. Дэмэджа, кстати, у Венги прям, ну так, прилично. Неудивительно. Да, универсалы прям могут указать себя. Универсалы универсальны. Мобильности прям вообще не хватает. А что мне такого купить можно, интересно? Ну, зарплата чья-то. О, спасибо. Там нападение на кого-то. Пошли, чё. Да, я крипов попустил. Так это не особо могло. Ты че с лютой. Ну, понимаешь, мы вдвоем туда зайдем и, скорее всего, сейчас помогу. Эй, не туда ты пошнулся. Сдули. Нейтралки 2 минуты. А интересно, и такая не стакается? Да стакается, скорее всего, стакается. Нет, вроде, нет, проверял. Я вот не знаю. Мобильности себе добавить. Так, в обратку не хочу. Почему он такой быстрый? У него эрка. То есть у него вот такой ботинок. Максимально ему успеть чисто сразу. Я саппорта. Так, ладно. Куплю себе тоже этот ботинок. Не хочу больше никаких веток. Можно съесть Моншард. Все, я фуловый. Потому что от Савы этого толку уже особо нету. У него Сильвер, если что. Как я не попадаю первым спорт? У него мясы какие-то или что? Нет, он просто быстрый. Сама скорость. На обратку больно, конечно. Стоять. Да ё-моё, касочка. Тихо, подруга, не надо. Дал страх. Да чё он такой живучий? Дай хп! Симфония. Да. По кайфу. Ребят, нейтралки. Хочется посмотреть последние нейтралки. Выбиваем. Опа, 500 оружия. 500 здоровья, 20% возвращения урона. После смерти на месте героя появляется сильная иллюзия, которая может применять все базовые способности, носит 100% урона и получает... Так, в смысле, мне выпал мой же аганим? Да. 3000 к мане, 3000 к здоровью, 250 дальности крон от атаки, 120 крон, 25 броне. Блин. А что будет, если я возьму эту фигню, интересно? Я взял вот такую. Не хочу. Мне кажется, я либо доту сломаю к чертям собачьим. Да пофиг, ломаем. Ничего себе, мне упало, конечно. Нормально такое, помню. Ну, мне такое, конечно, упало. Изучи. Я то, что я хотел не дропнуть, мне 100 фотов. А ну-ка, я хочу шауром прыгать. Но! Там у меня касочка прилетела. Ага, не попал. Я теперь тоже... О, вот ему этот предмет выпал. Надо эту иллюзию обязательно убить. Ну, в страхе. Убить и выпал уже. Опа. Цепил. Ладно, убейте. В принципе, все, посмотрели. Все, иди, заканчивай. Нет.
Найс, туда его. А чё они такие болючие? Тихо. Сейчас, походу, закончить будет не так просто, как кажется. Ну, потому что как бы в пятером надо зайти. Вам кажется. А метра я дал. Ладно, я, в принципе, могу еще одну веточку себе выфармить. А что он тут делает? Не знаю. В рассыпную, парни, в рассыпную. Хорошо. Все, у меня две веточки есть. Статов побольше стало. Ребята, иллюзия это сильная. На искевые предметы можешь нажимать. Там Тэтч спушит, но пусть своими делами занимается. Пошли в мид. А БФ ни во что не апается, да? Нет, да. 300 к урону, но как будто бы это... Отменяться? Нет, не успели. Так. Бессилие. Тут не кажется, нет, ребят, не ребят. Кто? Ну, тут драка. Я сдох. Меня там... Станы раскидываю. Челика. Дерусь до последнего. Давай. Меня хотят... Все, что я мог, я сделал. Дальше сам. Ускар, давай, бежим. Много дэмэджа. Все, боже, щас... как они дефаются. Мое почтение, дорогие господа. Все, побежал. Давайте, давайте, впятером собираемся и заходим. А там только голдрон остался, я быстренько с мухами зайду. О, я с реагой. Не-не, крысопуш не надо, мы это на мужика. ХП, нет. Ну, брат, ну я же говорю, впятером заходим. Я был уверен, что успею. Что ты? Что ты собирался успеть? Я вот думал, свапнусь, убью там кентавра, нормально себе. Это мы уже всех убью, когда кнопок нету. Окей. Я себе сейчас еще одну веточку куплю. Не знаю зачем, просто пусть будет. Че, запушить, пацаны? Ну я уже. А что ты делаешь? Буду... Обманули. Смотри, смотри, они все тут. Не закончить? На нафиг. Это что сейчас было? Ты зачем в него сам дед подожал? Помочь, помочь, работяги. Чтоб потом, потом вот так вот сделать. Опа. Это ты ловко придумал, я даже не сразу понял. Вот. Смотри, могу закончить так-то. Почти убил. Нормально. Видишь, я обменялся с ним, чтобы потом... Ах, кто было? Нормально. А, не могу себе. Убили ВД после бая. Соло получается. Сейчас, 2 секунды. И все, там крипы сами закончили. Так вот сделаю. Еще не закончили. А там тычка. А почему они меня так сильно... Тут он накидываем... На, крипы. Ну что, вот такой вот у нас закуп на 30-й минуте. Три веточки, морбитка и этот кристаллис. Недоедалось, кристаллис, что ли, называется. А, кастомка, где магазин наоборот. Ссылочку на него, на нее я оставлю в моем телеграм-канале, который вы можете найти в описании к этому видео. Подпишитесь и будете в курсе всех новых кастомок, по которым выходят видосы. А также подписывайтесь на канал. Если вам это видео понравилось, то буду благодарен вашему лайку. Вот сделайте, не поленитесь. Спасибо большое, увидимся в следующем видео. Пока-пока.